Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Warrior Rise to Glory. Это своего образа гладиаторские бои, ребят. Игра вроде бы неплохая, до сих пор еще разрабатывается, но есть в ней один большой минус, который меня просто раздражает. Здесь приходится начинать все с самого начала, когда тебя убивают на арене. Ну, это, видимо, специально придумали разработчики для того, чтобы ты смог прокачать себе своего персонажа. Так, давайте вот этого возьмем, наверное, себе. И теперь мы с вами раскинем скиллы. Кстати, после смерти, ребята, все твои заработанные очки, все сохраняется. Так, возьмем атаку. Теперь, наверное... Слушайте, мне, по идее, нужна защита, да. И можно еще немножечко поставить на стамину. Давайте увеличим себе стаминки еще. В принципе, как бы и все. Можно, наверное... А, нет, еще скиллы же нужны, да. Так, давайте возьмем, наверное, вот этот скилл. Полностью прокачаем. И вот этот. Так, у нас 2 очка, все. Больше нету ничего, ребята. Так, ну что ж, давайте смотреть, кто у нас здесь. Эмиль. Но ничего, в принципе, страшного, потому что первые игроки здесь очень легкие. Им буквально здесь по удару, и они падают. Так, 2 единички жизни у него, да? Ну, подходи. Давайте ударять его. Все, он у нас готов. Так, ребята, я деньги беру только в том случае, если он будет давать мне около 100 монет. Если меньше, убиваем. 96. Сгодится. На, гаденыш. Сохраню тебе жизнь, так и быть. Так, ну что, ребята, у нас победа. Мы получаем 420 серебряников. Плюс нам дают ножик. И я получаю свой первый уровень. Ну что же, довольно неплохо. Мы можем с вами распределить характеристики. Это само собой разумеющее. Давайте, наверное, стрейдж с вами повысим. Почему-то он у меня от этого стрейджа подрастает. Так, а скиллов? Скиллов у меня, к сожалению, нету. Зато у меня есть магазин. И у меня, кстати, 2000 монет, ребята. Нож, естественно, мы забираем. Давайте зайдем в магазинчик и, наверное, купим полностью деревянную амуницию. Всю, абсолютно всю. Так, теперь, естественно, мы ее оденем. Так, шлем. Дальше у нас... Так, броня. Так, ботиночки. И шорты. Ну что, в принципе, как бы мы с вами готовы к дальнейшим боям. И у нас в данный момент только идут дуэли. Через боев 5-6 будет у нас с вами турнир. Ну и на самом турнире, естественно, будут враги. Там будет главный у нас босс. И вот именно его я не могу пройти. Ладно, посмотрим, что у нас получится в этот раз. Так, ну что, Виктор, ты готов? Я смотрю, даешь деньги или нет? Или смерть? Но, я жду. Ага, откупается. Сгодится. Сохраняем ему жизнь. Немножко фугайскому дали. Так, у нас очередная победа, ребята. 349 серебряников, плюс 10 за бонус. И... Нет, уровень мы не получаем с вами. Ну да ладно. Кстати, за убийство оппонента, ребята, мне начисляются другие немножко очки. Не опыт, а именно на перки. Так, давайте-ка мы с вами, знаете что, купим топорик. Хотя, может быть, накопить вот на этот. Так, а здесь у нас... Ой, здесь у нас ничего нет хорошего. Давайте топор возьмем тогда. Сейчас в инвентарь его... Вот так вот, замечательно. У нас сколько получается? 7-9 атаки от 7 до 9 в этом диапазоне. Ну, я вам скажу, что это очень даже хорошо, так что поехали далее. Вот эти вот, ребята, дуэли, которые нам даются поначалу, они здесь для того, чтобы мы смогли немножко с вами заработать что-то и раскачаться. Так, ну-ка давай-ка так попробуем. Ой, промазал. Ах ты, зараза, ты посмотри, что он вытворяет. Ха-ха. Охламонище. Ну что? Будешь откупаться? Они могут отказаться, ребята. Смотри-ка, откупается. Сколько? 59. Да пошел ты, знаешь куда? Меня не волнует, что у тебя больше нету денег. Но смерти тебе не миновать. Так, ребята, у нас 258 монет. Мы получаем с вами следующий уровень. Это очень даже хорошо. Так, ну что же.
Давайте повысим себе характеристики, естественно. Так, нам нужен топор тот самый большой. Да? Так, и, наверное, давайте-ка вот этот вот. Рина Чарнинг. Не знаю, что это означает. Но, как говорится, была не была. Поехали, и у нас вот Палатон встречает нас. Ну ладно, иди сюда. Так, у него, ребята, 9 хп всего, а у меня 26. Вы извините, я его сейчас просто... А, нет, я ошибся, это у него в броне было. Ох, ничего себе он мне прописал ответочку. Замечательно. 15 хп у него всего осталось. Так, мне нужно обязательно поспать было, ребят, чтобы восстановить себе стамину. Ну и моя хэви-атака его убивает. Ну что же, Фиолетовый, ты будешь расплачиваться за жизнь или предпочтешь погибнуть как воин? Да, ребята, он предпочел погибнуть как воин, и я ему в этом деле помогу. Получай награду свою, топор в бошку. Так, ну а мы с вами переходим дальше. Так, денег у нас 300 серебряников, немножко опыта, и вот эта вот нижняя графа у нас повысилась. Так, кто нас будет ожидать? Так, что здесь такое? Какой-то квест? Помоги. Помочь чувачку какому-то. Ладно, минус. Здравствуйте, блин, вот это я помог. Минус 2 у ворота с меня почему-то сняли. Так, ладно, ребята, у нас с вами очень много денег. Я купил вот этот вот топорик с вами. И... так, что у меня? 400, я даже ничего не могу купить. Уже, так скажем, не из деревянной брони, а из металлической. Но на самом деле это ничего страшного. Давайте, наверное, мы с вами возьмем топорик в руки. Отлично. И сыграем еще одну дуэльку. Ну, что за хламон у нас здесь? Лотар. Ну, я думаю, сейчас мы его быстренько разберем, ребята. Ой, промахнулись. Ах ты, зараза ты такая. Получи в ответку. Промах у него, отлично. Давайте еще разок. Так, у него 8 хп, я думаю, добьем, наверное, сейчас. Все, в принципе, мы этого с вами и добивались. Ну что, воин, будешь откупаться или смерть? Выбирай. И он решил откупиться. Хорошо, сколько даешь денег? 82 серебра. Нет, брат, так дело не пойдет. Я сказал, не меньше 100. Ну что же, отлично. Денег, правда, мы заработали с вами мало. Опыта, да, не хватает нам на уровень. Жаль, конечно. Ну да не беда, все еще впереди. Так, что бы еще сделать? Дуэльку? А давайте мы сходим, знаете, наверное, куда? Я думаю, может быть, в таверну сгонять. Да, давайте я, наверное, вам покажу таверну. Здесь у нас, ребята, игра в кости на деньги. Сейчас вы кое-что здесь увидите. Так, а идет здесь рандомно все. Смотрите, эта кость возвращается ко мне в руки. Это я наношу сам себе урон, а вот эти три я наношу оппоненту. Так, здесь у него получается, он кость себе берет, две сам себе наносит и две атаки прописывает мне. Пока у нас 5-7. Ладно, давайте еще раз бросим кости. Вот. Вы видели, как кость там перевернулась? Так, я себе две защиты беру и один урон наношу себе. Печалька. А у него получается, черт, один урон себе и три атаки мне. Ёлки-палки. Мы практически с ним сравнялись. Мне так не устраивает, если честно. Во, шикарно. Шикарно получилось. Я делаю себе одну защиту и две атаки. У него остаются две хпшки, ребят. Буквально, если мне выпадет два меча, я его добью. Хотя уже надо будет три, потому что он себе поставил защиту. Ну-ка, бросаем. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо. И у меня костей мало осталось, всего две штуки. Так, ладно. Мы сняли ему, по крайней мере, защиту. Так, а у него что? О, все, он сам себя убивает, ребята. Вы посмотрите, что здесь происходит. Дурило. Ну что же, 75 серебряников я получаю. И у меня достижение какое-то новое открылось. Хорошо, ребята. Так, ну что, тут у нас, понятно, две атаки я получил за 85 серебра. Ну а теперь давайте-ка, наверное, мы с вами купим что-нибудь. Давайте, наверное, возьмем... Так, погоди, это у нас в дальнейшем, пока этого недоступно, мы не можем носить по параметрам, по определенным. Так, тут нужен
Черт, штаны. А штаны у меня, ребята, почему-то уже есть, оказывается. Давайте возьмем вот эту вот броньку себе. Пойдем в инвентарь, все это на себя наденем. Так, и... Броню. Вот так вот, замечательно. Все, больше ничего у меня здесь нету, и сделать я не могу. Пора идти, ребята, на дуэль. И что у нас здесь будет? Джигабу. Да я смотрю, малец, ты у нас просто танцор диско, елки-палки. Сейчас я тебя нахлобучу, наверное. Ага, отлично прописал. О, промахнулся, салага. На-ка еще разок. 36 хп у него, ребят, осталось. Да что такое, что за промахи? Надо взять вот эти сандалии, ребят. Опа, нормуль, повезло мне сейчас. Так, блин, надо поспать, ребята. Отлично. На-ка. Ну что, 10 хп, я думаю, сейчас мы ему отнимем, да, ребятушки. Вот так вот, хотя он тоже был с топором. У него и рогатка сзади. Ага, ну что будешь, сынок, делать? Выбирай. Ага, вот ты как, хорошо. Давайте, ребята, мы ему поможем. Типа он мне показал, тебе конец. Ну, на самом деле, был конец ему. Шикарненько. Так, и мы с вами получаем новый перк. Надо будет его открыть. Вау, левел ап. Левел ап, это значит четвертый. А мне нужен пятый. Так, характеристики. Ну что же, ребят, давайте, наверное, с вами немножко усилимся. У нас всего 5 очков. Забросим 4 очка сюда. И на защиту давайте одно забросим. Вот так вот, все, нормуль. Так, скилл, давайте, наверное, мы с вами откроем вот этот. Я не знаю, честно говоря, что это означает и что он нам дает, но посмотрим. Так, все, ребята, вот о чем я вам и говорил. У нас начался турнир, и я ничего больше не могу сделать. Вот они все враги. И главный вартиган посередине, которого мне нужно будет одолеть. Если я, конечно, до него дойду. Но раньше у меня с этим не было проблем, и против нас играет Райко. Так, давайте подойдем. Ты смотри-ка, из рогатки по мне шмаляет. Хорошо, оу, трап, это ловушка, ребята. На нее лучше не вставать, а он встал, придурок. Ну, за это и поплатился, на-ка, гад. Подхилился, блин, теперь подо мной ловушка, ай-яй-яй. Промашка опять с моей стороны, ребят, ну что, ты что делаешь, олух? Надо поспать, ребята. Ты смотри, он себе здоровье восстанавливает, гаденыш. Не бывать этому. 19 хп у него осталось, ребята. Сейчас мы его разобьем. Ну, попасть бы только, отличненько. Хотя подо мной была ловушка, и она могла меня покоцать. Ну, что, а, ребята, здесь на турнире выбирает только смерть. Здесь откупа, к сожалению, нету. Поэтому награждаем его достойным проигрышем и двигаемся с вами далее. Также здесь не дают нам денег с вами. Но мы и в магазин зайти не можем. Здесь вот у нас такая вот линейка побед. Или побеждаем, или проиграем. Третьего, как говорится, не дано. Так, Эмиль против нас. Ладушки. Будем... Что ты тут захрюкала мне? Хрюкала, мяукала. Ну что же, вперед и с песней. Ага, танцор опять тут очередной у нас. На-ка, выкуси. Слушайте, а он довольно сильный, гаденыш. Ох, ты смотри, что творит. А ну-ка, оу. 20 хп у него осталось, ребята. Не буду я за золотом идти. Ах ты, гаденыш. Черт, промашку дали. Да успокоишься ты в конце концов или нет? Отлично, раскроил я его. И броня с него слетела. Ну что же, ребята, естественно, смерть ему. Потому что, как я вам говорил, откупаться здесь нельзя. Чпок, отличненько. Ну что же, а мы с вами переходим, по-моему, предпоследнему оппоненту. И потом уже будет босс. Босс этой арены. Ну что же, против нас отель Биорн. Назовут же себя тоже, да, ребята? Так, ладно, поехали, посмотрим, что к чему и почему. Одет он тоже довольно неплохо. Ах ты, у него железные наручи. Ё-моё. Ладно, давай, кто кого. Так, у него 36 хп, у меня 38. Ох ты, ничего себе он начал. Довольно круто. Да ладно, почему я промахиваюсь, а? Чё за фигня? Слез с ловушки, гаденыш.
Фух, промахнулся хорошо. Ну-ка, давайте так попробуем. Что-то, ребята, у меня какие-то удары слишком слабые. Черт подери, еще ловушка подо мной. Блин, ребята, тут очень-очень фигово я сыграл. Дайте-ка возьму энергии себе. А он сейчас тоже поднимет, наверняка. Ну-ка. Ага. Так, 6 хп. Нет, нет, ребята. Как же я мог так глупо проиграть? Рванул, называется, а? Ладно. Добивай, гаденыш, меня. Ну что же, а я буду на этом, пожалуй, и завершать такой вот обзорчик и этой игры. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите в комментариях, если вы хотите видеть дальше продолжение. А я уж постараюсь как-нибудь снять для вас очередные серии. Ну что же, ребятушки, на этом все. Всем пока и до новых видосиков. Удачи вам!